Здравствуйте! Сегодня у нас на распаковке карта памяти Silicon Power MicroSDXC 64 гигабайта 10 класса. Да еще и Elite Color. Соответственно, в комплекте идет у нас адаптер. Вот, сейчас попытаемся открыть, посмотреть, что оно и проверить, работает ли оно. Да, немного кривовато пошло. Так, 64 гигабайта, как мы видим. Сразу будем вставлять ее в телефончик. Выниму старую карточку. Так, ждем. После форматирования доступно 58,23 гигабайта. Карточка определилась, правда, ее пришлось отформатировать. Как видите. С помощью специальной программы проверим, действительно ли на карточке 64 гигабайта. А также проверим, с какой скоростью записывается и считывается информация. Естественно, этот процесс долгий, поэтому ждать не будем. Покажу вам уже результаты. Тест проведен успешно, никаких ошибок не выявлено. Вывод: карточка хорошая, брать можно, цена отличная. Спасибо магазину Розетка.